Хочу Акайну взять. О, взял. Какая морда наглая. А зачем он... Бля, вот это вот эффект ебанутый, посмотрите. Просто нахуй, зачем он это сделал? Цель работает, голды ни хера нет. Слушай, Ласт, ну это ж полная поебота, а не арена. Тут, во-первых, нихуя не понять, что собирать. Говно полное какое-то. Еще и убогое. Ну, Ласт, ну это самая убогая арена аниме, которая есть на свете просто. Че, хочешь сказать нет? Просто самая убогая. Ну, я не знаю, поиграем сейчас 10 минут и скипнем нахер это говно, скорее всего. Dead. Очень круто на весь экран писать такую надпись. Очень увлекательно и интересно. Сора? Я не знаю, Ласт, ну типа лол, кому в здравом уме понравится такая арена, а? Лол, вот скажи мне, человек такого. Ну это ж дичь. Я не знаю, почему они бегают как инвалиды. Карта говно, и Ласфирс создал говно карту. Впрочем, ничего нового. Норм карта, лол. Нет, так тебе, лол. Ты не шаришь в норм картах, походу, вообще. 3000 говно стоит. А тут нормальные цены есть вообще, лол? 3000 говно стоит. Тут 8000, блять. А нормальные цены тут есть вообще, рили? Карта кал, лютый, пацаны. Ласфирс играет в кал. Классно. Эффекты как из говна. БВО они хотя бы нормальные, более-менее. Пацаны, даже в БВО, блин, эти эффекты приятны глазу, а тут просто нахер дерьмо. Ну это дичь просто, не знаю. Ну, карта для совсем поехавших, походу, людей сделана. Типа Ласфирса. Тут тачкарик, блядь. Ля-ля-ля, чё творит пёс? Да Варкун, при чём тут один вест? Карта говно в целом. По эффектам, по всему. Типа, зачем играть в это, когда есть БВО? Может мне кто-нибудь сказать? Тут все, блин, все по 3000 стоит, чтобы денег заработать, миллион голды нужно фармить. Типа, или миллион киллов сделать. Еще ор просто ебучий на весь дом. Не, ну я не знаю, Ласт, ну это хуйня карта. Типа супер хуйня. Еще автоматически камера не переносится, когда ты в ТП пошел. Типа это супер кал. Ну
О, я ее просто ваншотнул вот этой хуйней. Это баланс, по-вашему? Я просто в прыжке умираю, лол. Я просто в прыжке умер. Лол, а какого хера он интовик? А, может мне кто-нибудь сказать? Тут все интовики, что ли? Или в чем прикол? Тут, блядь, все интовики. Охуенная карта. Я так скажу. Все, блядь, интовики. Классно. Ну, пацаны, ну вы скажите мне, пожалуйста, что эта карта не дерьмо, а? Ну скажите мне. Не, в БО все намного лучше. Ну тут просто дерьмо, а косок, а не какой-то, просто не знаю. Вот это и бала, имбаланс просто. Я ваншота этой хуйню любого пока что. А, у нее еще КД. Ничего, так смотрю. Оп. Да хватит меня бить. На тебе. Наш герой погиб. Эспер типа рофл, но в БО он вообще тоже есть. Только он на рандоме не падает. Кау! За крипов тут сколько дают? Тут за крипов много голды дают, лол. Это тебе не БВО, а тут херовая арена, где за крипов дают голды. Лол. Что за наркомания, а? Давно никто не умирал, я считаю, да? Не, я считаю баланс абсолютно. Типа я со скилла убиваю любого. Кайф? Кайф. Баланс. Балансед. Пацаны, балансед. Типа, пацаны, кто жаловался на баланс БО, вот вам эта карта. Как вам? Я считаю, карта кальще просто ебаная. Это что ли? Что он дает? Киристерю? Да бы лол, чё у меня с мышкой, блять? Фу! Говнище. Киристерю? А зачем мне вообще какие-то файты вес? Вот ждешь 15 секунд и киляешь. Не, не 15, киев, 8 секунд или 10 секунд. Зачем? Зачем воевать чё-то с чем-то? Зачем мне воевать с кем-то? Где вообще враг? А, вон он. На тебе. Баланс, пацаны, баланс. Кто-то говорил, что БВО дисбалансное, да? Очень интересно, ваше мнение. Где это говно вообще? Микроарену, это там, где куча крипов, да? Что это такое? А-а-а! Анатолий, а эта штука один раз работает или много? А? Анатолий, мне нужна информация от вас. Один раз жалко, жалко. Жалко, что всего один раз. Сей баланс происходит. Да на. Mm-hmm.
Очень интересно. Очень, пацаны, очень балансная, интересная арена, я считаю, да? Вы тоже так считаете? Тут еще одна кнопка появилась. Ебать, что это за говно? Там вообще был кто-то из врагов, интересно. Да, Дарк Ангел, топовая карта. Вот, просто с Ешки убиваю любого вообще, нахуй, без проблем. Топовая карта, пацаны. Топовая. На, тебе на, с Ешки, тебе с Ешки на, да? Да, сейчас пойду убью. Ничего. Одна кнопка и все. Я даже вот так не сдам. Плюс 100 армора, нормально. Киристерю! Ну это трэш, это трэш. Уважаемый, можно вас на минуточку? А вот эта штука, кстати, не ваншотает. Очень интересно. Почему? А что за дерево может покупать? Эта штука сколько дает вообще? Немного. Значит, нахуй она мне не сдалась. Очень интересно, пацаны. Оп! Он умер. Неплохо, неплохая попытка, молодой человек. Неплохая. Ну на тебе. А эта штука что делает? Опа, ща! Масс урона, поехали. Очень интересная карта, да, я считаю, очень интересная. Безусловно. Да зачем мне верхний правый угол? Я иду и убиваю просто любого гула с Ешки. Киристерю. А он уже умер. Омайо Мошиндрю называется. Ты уже мертв. О, мне какой-то ульту сдали. Больно. Да, баланс. Баланс называется. Невероятный баланс. А зачем мне эти сильные мобы, когда за них столько же дают, как и за вот этих в миде, а? Вот скажите мне. Ну тут опять меня в контролях держат, проклятых. Так, а тут очень много их. Бля, ёбаный пиздец, конечно, на экране творится. Вы типа на БВО жалуетесь, а вот тут такая хуйня. Герой наших союзников.
Сколько я убил вообще? 44 кило. Баланс. Где говно? Дайте мне его. О, дали говно. Да, мы сейчас уже доиграем. Тут я так понял, сколько киллов? 100? Сейчас мы это закончим. Безумие. И никогда больше в это не будем играть. И скажем, что Ласфирс, типа, обещание, которого я не давал, выполнен, так сказать. Армагеддон на экране. Андрей пошел. Ну сейчас, ну вот, 7 киллов осталось в это говно доиграть. Ёбаный рот. Ну это трэш, конечно, пиздец. Ща будет, пацаны. Изи киллы. Банзакура. Он что-то там выбирает. Не, не надо ничего убирать тут. Не надо ничего убирать. И что это? Это что, финальная битва? А зачем тогда 100 киллов было набирать? Что? Что это за дерьмо? Баланс! 59 киллов!